Ну вот сегодня 7 июля. Прощаемся. Уезжает. Кто принимал крещение, приезжал. Нет. Виктор Ильич, а вы... Я тогда сюда на обувь. Вячеслава провожать, Вячеслава, вот. Ага, сейчас я выключу свою, чтобы не мешал. Брат, начни снимать. Я сейчас против шума. Мы сейчас проедем, вам покажем. Очень низкая машина. Не-не, она низкая. Наверху останетесь. Они даже до низа, им не надо стоять. Он против ветра сейчас поставит сюда. А-а-а. Потому что сейчас ветер сильный, он сейчас поставит. Да-да-да. Сейчас. Ставьте скорее. Берем, где машина? Сказал, закрой, когда, говорит, принесет, говорит, а будешь снимать, вот она. Че обычно? В общем, говорит, закрой, говорит, сейчас, когда, говорит, Володя поставит, тогда снимай. Володя, я их провожаю, без нас другие-то не уедут. Вы их во сколько уезжаете? Я в среду ночью уезжаю вместе с... Пап, мы там сейчас доедем за ними, насколько там возможно. Хорошо. Ты не выключил запись-то? Ну давай. А что, среды? Сейчас доедем, где можно. Потом ко мне пересекаем. Что, ни разу не был? Три штуки путь не видела? Видела. Залазь давай. Видела. Садитесь. А где она видела? Еще тогда одну машину. А где ты видела? В интернете. В интернете. Садись. Да я в интернете, могу, вживую. Ты пощупаешь. А, ты я могу, я уеду. Мы сейчас, мы-то когда ему назад возвращаемся? Когда? Через час? Прямо сейчас, сразу. Езжай, все. Садись. Елена была, она не пожалеет. Я была, я не все видела. Играть не будешь, ну тут, играть не будешь. Нина хочет не встретиться. Я сказал, не надо. Мы с концами, да. Ну посидишь маленько. Че, Слав, как? Садитесь, садитесь. Так, давайте дальше. Но я не была. Потом будет. Не-не-не, не могу. Ты остаешься? Пускай, не лезь. Ну, не... Да гости пускай. Ой, будут. Дима, гости, гости. Дима, иди сюда. Дима, иди сюда. Иди. Дима, садись. Садись. Правильно. Потом посмотрите еще. Да, конечно, правильно. Сейчас машина, это она тоже перегружена. А? Садитесь сюда, Игнатий, садитесь. Ага, кто-то кто-то сядет тоже. А сейчас сядут еще. Ну все, брат, давай тоже с Богом. Давай. Спасибо, Христос тебе. Давай в молитвах не забывай. В молитвах вообще не, мы на связи там. Ага. Я вижу. Ладно, Слава, рад был знакомству. Давай. Счастливо. Спасибо. Рад, спасибо. Ну все, давайте. Спасибо. Давайте, молитесь, не оставляйте. Все, давайте тогда быстрее. Мы. Так, осторожно. Камера, да, давай сюда. Сиди скорее, ходишь, что ли? Геннадий, никогда дверку не открывай. Совсем другое впечатление. Ты вот на колокольный ездил, на голубятню залезл один раз. Ты бы всю жизнь вспомнил. А так только рядом. Так вы же мне не дали залезть туда. Вы в баню, баню, иди быстрее. Ты еще там нахвастишься на одном месте, сестра. Посиди. Так а у них же ей ехать же надо, у них же билеты. У меня билеты, Игнатий Тихонович, я уже утром должна быть билеты, там. Барабан. Вылет. Во сколько уезжаешь? В 6 утра должна быть в аэропорту. Завтра. Завтра уезжаешь? Да. Завтра я в 6 утра должна быть в аэропорту. Через полчаса уезжаю через из Потеряевки. В аэропорту, если ты должна сегодня уехать. Ну да. Она сейчас и уезжает. А с кем? С Аленой и Виктором Андреевичем. А, с Леной. Потихоньку. С Леной. Потихоньку. С Леной, да. Окей. Ну я 6 должна быть там 20. А Лена пошла в гости. Ты знаешь. Ты говоришь, слышал. Слышно, когда полностью открыто. Все слышно здесь. Очень хорошо. Я напротив стою. Вот волна ударяется в стекло. 6:30. Вы говорите вот туда вот, дверь просто, или вот сюда вот, и все будет слышно. Утра, ну ладно, вы можете час. Хоть переспорить меня там. Не, вы нет, меня в этом не переспорите. Они не слышат. Они слышат. Да, ну, смотри, они будут просто они на улице, приедут в Барнауле. Я еще вам говорю.